Бананы, яблоки, груши, виноград. А, ну, это вкусно, хорошо. А чем мама с папой кормят? Только бананами, грушами и виноградом? Рожки с курочкой. А что еще, кроме рожек с курочкой? Что мама вкусно готовит? Папа вкусно. Что? Борщ. Борщ? Красненький? Да. Сиквальник, да, который? Ну что, давай сразу будем играть. Готово? Сейчас я. Хорошо. Так, папа сильно не подсказывай. Маша сама справится, да? Видишь экранчик мой? Да? Вот у нас есть первая игра для тебя. Называется салат. Давай поиграем. Тебе надо в миску положить только овощи, чтобы сделать из них салатик. Давай попробуем. Ты называй, какие из этих продуктов тебе кажутся овощами. Морковка овощ? Ой, правда овощ внутри. Залезла в тарелку. Давай еще посмотрим. Что там у нас? Можешь пальчиком тыкать, а папа будет говорить. Она сама знает. Сама знает, ну давай. А, слон это высоко или низко? Маша, ты отгадала, что слон в самолете? А у него есть билет в самолет? Да. Или он зайцем туда попал? Зайцем. Зайцем, вот. Кто-то не заметил слона в самолете. Бывает такое. С коровой. Съедобный корень. Вы меня увидите. Вот, молодец, у нас еще есть загадки. Ты запомнила уже какие-то фрукты и овощи, да? Кто овощные комплименты? Ну, и ягодки тоже можно говорить. Ты такая красивая, как клубничка. Угу. А давай папа попробует. Как это ягода, как морковка. Ой, классно. Один. Маша, ты такая молодая, как огурчик. Да, есть такое. Хорошо. О, Маша улетела куда-то. Одни ножки остались. Виноград! Виноград? Да. Папа, а почему как виноград? Вот так вот, молодец, молодец. Это самый хороший аргумент. Маша, ты такая вкусная, как вишенка. Ой, ой, смотри, засмущалась. Какие-нибудь вкусности бабушкины? В баночках помидорки, огурчики готовят? Солененькие. Или ты такого еще не кушаешь? Ну давай посмотрим, и ты узнаешь. Вот, банка с какими-то продуктами, смотри. Замаринованная заготовочка. Надо отгадать, из какого овоща? У меня еще осталось для тебя кое-что интересное. Очень редкие овощи и фрукты. Хочешь посмотреть? Да! А, ну давай посмотрим. Необычные овощи и фрукты, смотри, какие красивые эти звездочки. Знаешь какие-нибудь фрукты, которые здесь изображены? Вот она. Ты все отгадала, все загадки. Узнала, смотри, посмотрели с тобой что-то новенькое, интересное. Тебе понравилось? Да. Ну, очень хорошо. Мне тоже с тобой очень понравилось играть. Ты веселая и добрая девочка. И папа у тебя тоже веселый такой, добрый, да?
Да. Да, очень хорошо. Хотите еще поиграть во что-то с папой? Да. Ладно, у меня есть еще. Let's try it. Папа у нас любит кунг-фу. Ты пошла на карате. Ладно, Масенька. Пока-пока, моя хорошая. Пока, папа, Валентин. До новых встреч. Пока-пока, хорошего дня. Хорошего вечера. Пока-пока. Пока.